Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, у меня будут несколько видео, где я буду пересаживать, что-то высаживать, да. Накопилось много работы, что-то я стала пересматривать там все свои полочки. Но у меня сейчас дача до комнатных растений немножко... Руки не доходят. Ну вот, образовалось у меня несколько дней. Буду пересаживать. Как бы многие растения у меня уже выросли со своих горшочков. Вот, хочу пересадить, дать более, побольше такие объемы. Ну, давайте вот начнем пока с этих. Я сейчас приготовила кое-какие растения. Будем их... пересаживать. Так, вот у меня одна из новиночек этого года, так можно сказать, да, эпипремнум себублю. Вот видите, уже какой лианой вырос. Хочу, значит, пересадить вот в такой горшочек. То есть для начала буду его, как всегда, я свои эпипремнумы накручивать. Вот, а потом уже пущу или по опоре, или, ну как, или как, забыла, ампелем. Да, ампелем. Так, давайте я сначала сюда как бы его приклею. Корни, посмотрите, корневая отличная, вот уже сухой, видите, пересыхает моментально. Так, так, сейчас подвину немножко, а то я вроде бы стол большой, а все равно мало места не хватает. Так, я здесь приготовила мох. Вот у меня мох, это так вот в такой контейнер пока положила, чтобы приносить, так вот удобно было не таскать большие контейнеры. Мха у меня теперь много, вот, будем пользоваться. Ой, сейчас, друзья, я немножко расположусь, чтобы и вам было видно, и мне удобно. Так, вниз... немного мха, как, ну как, дренаж, да, можно сказать. И засыпаем. Так, ну у меня грунт, как всегда. Единственное, у меня было немного коры вот такой мелкой, да, я насыпала, а то она лежит у меня уже давно. Как бы я ее перекладываю с места на место. Так, вытаскиваем. Угу. Не очень он хочет. Корнями прилип к стаканчику. О, все, замечательно. Вот, посмотрите, какая корневая. Так, посажу, значит, как? Наверное, вот так вот немножко, видите, не посередине, а сбоку. И вот так вот буду накручивать дальше. Так, немножко. А, про грунты что-то я начала, и все. Как всегда, универсальные Терравита, верховой торф, разрыхлитель в данном случае у меня перлит. Вот. Что еще? Ну, кора, я сказала, мелкая такая. И немножко настругала сюда мха. Все. Больше ничего нет. Сейчас немножко еще подсыплю маленько. Так вот. Он, я сильно не утрамбовываю. Все равно грунт осядет при поливе. Вот. Можно немножко побольше как бы насыпать.
Все. Так, вы знаете, что я не приготовила? Чем буду прижимать к грунту? У меня, к сожалению, закончились вот такие вот. Были, скажите, как называют, канцелярские. А скрепки у меня вот такие закончились. Надо будет приобрести. Ну вот две там у кого-то вытащила, чтобы прижать. Так, знаете, надо, наверное, будет полить, чтобы земля была, грунт был, немножко уплотнился. Так, сейчас немножко полью. А то такой вот грунт пышный, будет плохо прижиматься. Ну и даже и не будет выскакивать будет. Так, все. Сейчас очень гибкий такой ствол, так что будет, в принципе, удобно. Так, где еще одна? Ну, пока двумя прижму, потом уже куплю скрепки. Да, это. Доделаю до конца. Так, где-то у меня палочка была. Так, немножко грунтиком прижмем. Да, можно и этим присыпать слегка. Вот так. Все. Готов этот красавчик. Вот так вот он пойдет. Еще здесь, в принципе, места много. А потом уже... Так, ну это я помою. А потом уже у меня есть такие вот, как бы, да, задумка пустить по опоре стеллажа. То есть там поставить его возле стойки и вот по этой стойке пустить его. Ну, посмотрим, что будет, что получится, пока растем. Так, давайте дальше. Вот недавно я приобрела вот такой сингониум. Сейчас я покажу вам его название. Оно такое, знаете, большое. Это я дату поставила, когда купила его и подписала. Но все пересадить у меня не получалось. Вот такой сингониум. Он маленький, как мне сказали, то есть миниатюрным будет. В принципе, и по листикам видно. Ну, хотя посмотрим дальше. Вот листики мне показались интересными. Такие узенькие, удлиненные. Вот. Все, никак не пересажу. Сейчас мы его пересадим. А корней-то здесь и не очень так. Ну, ладно. Что есть? Кстати, есть немножко загнивший. Он, скорее всего, был залит. Корни. Я как его вот взяла, какое там число было написано, 4-го, по-моему, да, я его больше не поливала. Так, ладно. Наверное, такой же я ему дам стаканчик пока, раз такие корни маленькие. Вот такой стаканчик. 100-граммовый. Вот так. Поливать не буду, наверное, пока сегодня. Корни у него влажные. Вот. Все. Сейчас я приклею наклеечку. Здесь была, ну, сверху. Все. Вот такой сингониум. Интересный. Таких маленьких у меня нет. Все как-то большие. Так, что дальше?
У меня укоренился стробилантус. Посмотрите, какие корни. Ну, я уже говорила, что у меня как бы руки никак не доходят. Какая история была? Я купила этот стробилантус. Ну, здесь у местной девочки, цветочницы. Ну, такое хорошее растение было все, но... Или я не довезла его, да, или как-то я его поставила в тепличку. Она сказала, в тепличку пока поставь. Он обломился у меня, честно говоря. Вот эта вот верхушка и сломалась. Ну, я, конечно, поставила воду, и замечательно, корни, посмотрите. Так. Растение, мне это очень нравится. Давно хотела. Но... Хозяйка сказала, что немножко капризные. Посмотрим, какой будет у меня. Так, ну в тепличку я уже не буду его ставить, так как он уже укоренялся. Без теплички стоял. Так что вот этой же водичкой я его... И полью, в которой укоренялся. Вот так. Такой красавчик. Вот у него листья при хорошем освещении будут вот такие яркие. Так, это сделали. Дальше. Вот у меня пошел стендапсус Жаде Сатин. Я покупала вот с этим одним листочком. Вот с этим. Вот уже ростик пошел, еще ожидается листик. Так что хочу его пересадить. Он пересыхает быстро, да и корневая уже там, в принципе, видите, закручивается. Хочу дать ему стаканчик такой побольше. Не намного, конечно, но вот он 100 граммовым сидит, а я 200 дам. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас там. Ну, да, корень. Вот. В принципе, нормально. Так, сейчас побольше еще насыплю. Потом уже следующее, когда будет уже пересадка, уже, наверное, в горшочек посажу такой вот. Маленький белый горшочек. Так. Все. Жаде Сатин. Вот такой есть у меня, кто, скажите, декоративный перчик крокатум. Вот такой уже большой он у меня вырос. Ну, рос очень долго, растет медленно. Ну, сидит он у меня уже давно в этом стаканчике и пересыхает быстро. А вот как пересохнет, видите, вот здесь вот два листочка я уже подрезала, высохли как бы. Ушки опускает, но потом как польешь, он в принципе восстанавливается. Но все равно, видите, отражается на листьях, они сохнут. Хочу его пересадить в больше стаканчики. И вы знаете, хоть он вот такой вот высокий, вот видите, хочу ему высокий стаканчик дать. Немножко, может быть, его заглублю. Такой есть у меня стакан. Это, я даже не помню, здесь он, и по-моему, 500. Этот стакан 500. Вот. Так, наверное, много насыпала. Хочу заглубить. Уже, видите, дала ему такую опору, потому что падает. Так. Ну, здесь, да, здесь прям все в корнях. Вот, видите, не буду я его требушить. Там все в корнях. Так, палочку тоже хочу оставить. Пускай будет. Иначе он не держится, падает.
Где у меня были палочки? Сейчас мы по краям, а то, чтобы пустоты не было. Так. Ну вот, надеюсь, теперь он сильно не будет просыхать. Ему хватит пока. Так, смотрю, нету нигде. Все нормально, да. Вот. Вот такой красотун. Полью потом, конечно, естественно, все полью. А, не поставила указатель. Следующее, что у нас. Вот у меня есть такой Рео розовый. Мне не нравится, как он растет. Видите, он как-то пошел у меня в бок. Хочу как бы красиво его посадить, да? Так, друзья, сейчас я этот бардак уберу. Так, давайте сейчас посмотрим, что там у нас с корневой. Ну да, корневая уже хорошая. Так что одно время у меня что-то с этим Рео не сложилось. Вот. О, что-то корни, наверное, залила. Корни. А, нет, это не корни. А, да, корень один отпал. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, не сложилось, да. Что-то он у меня не пошел. И как бы он у меня погиб. Вот. Сейчас я опять взяла. Так, хочу вот такой немножко заглубить, чтобы вот этот стволик голый пошел в грунт. Так. Сейчас мы его установим. И заглубим чуть-чуть. Так. Вот. Ну, немножко, конечно, он получился не посередине. Ну, ничего страшного. Вот так. Сейчас немножко здесь еще. Все. А то я на него смотрю, он как-то мне не нравится, его расположение. А вот теперь, вот видите, я его заглубила. Этого лысого стволика не видно. Так. Вот у меня есть Монстера. Адансоне. Адансоне или Адансоне. Варигатная. Вот. Видите? Вот этот листик что-то вышел. А, ну есть здесь такая небольшая варигатность. Ну да ладно. Он, видите, то лист зеленый, потом идет варигатный. Какая-то такая девушка непредсказуемая. Так, ну что, я хочу, во-первых, заглубить. Видите, она как шатается у меня. Внизу стволик такой тоненький. Да и корневая уже весь стаканчик заплел. Вот, видите, одни корни. Так. Вот не знаю, что ей дать. Вот это или побольше уже, чтобы надолго хватило. Так, что есть? Сейчас посмотрим. Такой стаканчик есть. Наверное, его, да. Потом уже посмотрим.
Да, здесь и заглубить получится. И места как бы есть много. Ой, чуть не уронила. Так, есть. Сейчас еще. Так. Все. Так, ну давайте посмотрим, что мы пересадили, потому что что-то я смотрю уже по времени много. Я буду снимать частями, то есть. Вот, давайте, что у нас на сегодня получилось. Значит, перчик. Так, здесь осталось несколько растений, это уже в другой части пересадим. Вот, значит, перчик вот такой вот красавчик, монстера, эпипремнум, ну, вот такой набор, да. Страбилантес, синдапсус, малыш такой сингониум и рео. Вот такие пересадки на сегодня. Все, друзья, я с вами прощаюсь. До следующих пересадок. До свидания.